вашей помощью сформирован весь список. Список почти около миллиарда рублей. И это революционно, мы тоже там были, для меня было принципиально, когда губернатор приезжал, мы по нему проехали, он говорит: Владимир Рудольфович, никаких 200 миллионов речи быть не может. Мы должны заявлять трехлетнюю программу. И тот масштаб, который он увидел, выходит далеко за пределы этой суммы. Так появилось вот с поддержкой губернатора, что единолично принял решение поддержки на трехлетнюю программу не менее вот 600 миллионов по 200 миллионов. Мы вместе с вами определили актуальный этот список, он гораздо больше, выходит за 600 уже. Мы в любом случае же список сформируем, направим в министерство, будем дальше вместе с вами обсуждать, чтобы это появился уже и четвертый год. А может быть на второй и на третий год, может быть за пределами вот этой цифры выйти, обосновать не 200, а может быть 250 или 270, или вот так пофантазировать, может быть еще и 300. Так что каждая встреча, она более чем нужна. Я согласен, разделяю вашу тревогу по тех вопросам, о чем мы говорили, что ранее установленный бордюрный камень вдоль Ладыниной попадает в новые расчеты или нет. То же самое на мемориале Победы в случае проезда в сторону городской редакции ранее установленный бордюрный камень обсчитан новую смету или нет. Вы обязаны дать эти вопросы. И у вас есть право, и у меня обязанность есть это проверить. И я уверен, что там, где бюджетный рубль, следом придут правоохранители. И в том числе активные депутаты и общественность. Список он известный. Сметы я прошу, чтобы ее по запросу предоставляли. Я только могу выразить всем благодарность за то, что мы здесь собираемся, спорим. А та боль и обеспокоенность за город, каждый, который выражает из нас, она тоже объяснима.